Ну что ж, друзья, по многочисленным просьбам я делаю свой обзор «Один день из моей жизни». Я постарался, чтобы он был максимально насыщенным, многогранным, мотивационным, и надеюсь, что он будет очень интересный, поэтому все смотрим. Ну что ж, друзья, вот начинается еще один мой рабочий день. Безумно рад, что с вами смогу этим поделиться. И спускаюсь в метро. Конечно, проверяем свои ботиночки. И поехали. Минус 40 рублей с карты. И что мы делаем первым делом? Конечно же, чистим руки. Живу я на самом деле далеко, поэтому мне добираться до любой из какой-либо точек около полутора часов, иногда даже 2 часа. Поэтому здесь, конечно же, есть время почитать. Вот, я такой серьезный, никого нет, потому что далеко живу. И ура! Святой источник, батончики, поехали. У нас акробатика. Начинаем с этого свой день. Разминаемся, тянемся, разминаемся долго, около часа. Вот, очень тщательно, чтобы каждая мышца была проработана. И можно будет приступать к интенсивной, мощной нагрузке. Так, вот так. И вот я снова серьезный. Вот дорожка синяя ковровая. Вот я иду на дорожку. Это мой тренер Ксюша. Очень хорошая, красивая женщина-тренер. И сейчас мы поехали. Вот. Стоечки, конечно. Все проверяем, все отрабатываем. Разминаемся. Обязательно проверка центра. Где у нас центр? Обязательно. И центра у нас нет. Я откровенно падаю с мата. Сегодня будет заниматься непросто. И снова на бревно. Обожаю экстрим. И оп. И сейчас первый подготовительный разминочный подход. Раз, раз. И оп, разошелся. И оп. Угу. И поехали. Пробуем всякие штучки, фишечки. Вот, как всегда, хотел вам накидать, чтобы прям побольше, чтобы вам было интересно. Так, падаем, встаем, пробуем, снова. И И еще что-нибудь интересное. Сейчас закончится уже, и скоро пойдем дальше работать. А, вот так. Я очень, на самом деле, люблю заниматься акробатикой. Я боялся очень долгое время, и спустя чуть ли лет не 10 я снова пришел в зал, и буквально за год, мне кажется, я поборол этот страх полностью, и теперь просто получаю огромное наслаждение от пребывания на дорожке, от выполнения трюков, от экспериментов и так далее. И сейчас вот мы такие веселые, уже на подъеме. Теперь уже спать не хочется, идем дальше. А, вот мы в зале. Я тоже очень люблю заниматься в зале, люблю изучать свое тело. Мне это очень помогает в танцах, и мне это очень заряжает. Я в основном всегда качаю ноги, потому что руки я качаю во время поддержек на сцене, дуэтного танца, акробатики в том числе. И здесь мне в зале, слава богу, есть возможность поддерживать свои ноги. Мама меня снимает. Мама меня снимает, и, кстати, моя мама мне помогает также заниматься в зале. Моя любимая группа мышц. Я подумал, что было бы неплохо вставить это в клип, в видеоклип. Так, качаем, держим. Вот так. Быстрая съемка. Вот, выходим из зала, и знаете, куда я сейчас попаду? Тут уже народа побольше в метро, обязательно. Ага, я уже не один, все в масках. И, конечно же, в театр, конечно же. Сейчас будет еще интересней. Идем, поднимаемся, с Новым годом, все уже украшено. И на нашу любимую сцену. Я обожаю нашу сцену, она такая красивая. Я всегда мечтал выступать на сцене с таким освещением, с такими экранами. Вот, очень люблю, кстати, когда мы ездим по разным странам, когда мы ездим на гастроли, когда мы выступаем на разных площадках, для разного зрителя, для разного менталитета. Это всегда что-то новое. Показываю свои костюмы и поехали. А вот это, мои друзья, конечно же, эксклюзив. То, что вы нигде никогда не увидели и вряд ли увидите.
Это как я готовлюсь. Делаю макияж, смеюсь, общаюсь. Для меня это очень все просто. Начал я краситься где-то, наносить грим около 4 лет назад. На своем первом проекте мне пришлось это изучить, эту технику, наисложнейшую. Вот, сейчас я по 300 раз буду переделывать свой хвост. У меня все время получается он какой-то кривой, и мне все время приходится его переделывать. Для меня это сложная вещь. Общение, общение, общение. Вот так. Вот так, вот так. Поцелуйчик. И сейчас побежали на сцену. Это тоже эксклюзив, съемка с кулис. Абсолютно эксклюзив. И поехали, засыпаем. А это съемка с экрана, который висит у нас зрителям в зале. Это очень-очень-очень мой любимый номер, один из таких, очень насыщенный технически. Ну что ж, вот и концовочка, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Огромное спасибо за просмотр. Буду ждать вас у себя на канале. Надеюсь, что вам было очень интересно. Обязательно пишите здесь в комментариях, хотите ли бы побольше таких видео, как бы видеоблогов, что ли. И буду надеяться, что вам это все очень понравилось. И буду ждать вас у себя на канале.